Поняв, что игра из-за обычного невиновного работягу, я первым делом направился выполнять задание в лаборатории, перед этим, естественно, убедившись, что задания с ключами у меня на спавне нету. Выполнив парочку поручений, я заодно встретил и заполнил сначала санитара, а потом и Дарк Легиона, которые, похоже, решили последовать моему примеру. После этого я занялся блюдским, мать его, заданием с лабиринтом, который уже начал успеть выполнять оранжевый член экипажа, ну то бишь шутка. После этого краем глаза я заметил черного, то бишь Августа, который бежал в мою сторону. Я в свою очередь решил снова направиться в лабораторию, и с каждой секундой моя жопа все сильнее чувствовала подставу от черного напарника, что никак не отставал. Там же я нашел спасательный круг в виде трупа темно-зеленого, и мало того, совсем не обратил внимания на светло-зеленого санитара, который от этого трупа сейчас убегал. Будь я немного поглазастее и не паникуй из-за Августа, то на этом бы игра для импостеров была бы уже окончена. Сука, в лаборатории за мной, блять, Август гонался. Пиздим так. Его. Пиздим палками, блять, камнями. В смысле, я гнался, я бежал, чтобы просто... Что? Вот просто, блять. Блять, я бежал сканироваться. Да. Пиздим сами тряпками, палками, камнями, короче. Мне труп спас, блять. Я бегу, там труп вижу, мне загорелась кнопка и начал, блять, теребонить его. Короче, пиздим Августа. Августа пиздим, давайте. Сам за себя, понимаю. Адиос. Блять, я че задумался, просто бежал за тобой, мразь тогда. Адиос! Да! Скотина! После такой победы я, совсем забыв о санитаре, решил дальше выполнять задание, пока чертов предатель не вырубил всем нам свет. После этого я пошел его, естественно, чинить, надеясь на то, что меня пронесет и никто не сожрет меня по пути. Несмотря на то, что мы, как последний дебил, уперлись толпой в дверь и стадом пытались ее открыть, нам все же удалось заплатить за коммуналку и вырубить электричество. После этого я, совсем забыв о безопасности, пошел вместе с Уткой делать задание в исследовательской, где меня оранжевый легко мог замочить, будь он, конечно, предателем. Но предателем был светло-зеленый, который в это время замочил красного, труп которого нашел голубой. Это санитар прям на глазах просто взял и сгасил. Бьем кабачком. Ну, да, все. Пейте. Джотаро, ты любишь кабачки? Джотаро, я их ненавижу. Джотаро, ты любишь кабачки? Джотаро. Дио, я их, блядь, ненавижу. Блядь, ебашим кабачку. Боже, это настолько тупо было, санитар, это жопа. Да я тупой совсем, я его не увидел. Черк не увидел. Вот для этого. А? Ты как не увидел, типа там зеленый убежал, ты прям зашел в тот же момент, когда в него убили. Да я, может, не среагировал, блядь. Как зеленый убежал? Я одного уже убил, как бы, предателя, с меня хватит. Пацаны, как из люка вылезти? Это розовый, пацаны. Подрезали, пацаны. Вы чё? Да мы только начали, блять, 5 секунд не прошло. Дайте секунду, у меня есть единственное пояснение, это сделал Морти, потому что, ну нельзя так просто убить человека быстро и сразу его найти, это по-любому чёрный. А потом вижу, типа, ну иду и вижу, уже труп нахожу, там где стреляет. А я вижу, ты весь в крови пришел и начал орать, что вот я нашел труп, блять, что ты нам заливаешь? Когда прыгаешь в канализацию, как это делается, белый, научи? Какую канализацию, вообще не понимаю, чё. Это черный это, я вам базарю, у них, ну, в отличие от белых, у них увеличенная, как бы, уровень. Осуждаю, блядь. Мы на ютубе осуждать не обязательно. Первый же дело в черного гасят, красавый. Да, он первый, кто умрет в фильме. Но невозможно просто убить и сразу найти человека. Откуда ты узнал, что его только что убил? Я не могу. Так потому что мы только начали, и сразу 5 секунд прошло убийство. Почему? На него убили, блядь. Это синий. Нас черный весь убьет из-за вас. Решил было пойти после этой идеи и выполнять задание, как импостеры меня все обломали, заставив бежать ремонтировать реактор. Увидев там желтого и оранжевого, я наивно подумал, что раз они решили помочь в ремонте, то значит точно не импостеры, и им можно смело доверять. За это я буквально спустя полминуты поплатился. Блять. Ну я уверен, что просто, ну это черный. Несмотря на все мои доводы в сторону черного, никто валить его не стал. Текущая команда особыми мозгами не отличалась. Дайте я скажу, кто нашел труп, вы никого не видели? Я нашел труп, это в маске было, в маске ворона оранжевый. Это оранжевый! Погодите. Алло, я слева из нижнего реактора пробежал. Моя теория. Я подхожу сейчас чинить электро, стоит розовый, я захожу в электро, он убирает зеленый клапан. Ой, блин, ну короче, вот это штучка. Не, розовый я ни при чем. Розовый гостил. Я чинил электричество, братан, я видел белый пробежал рядом со мной. К сожалению, игра была быстро запорота, и все мы проиграли из-за импостерского саботажа.
дайте секунду, у меня есть единственное пояснение, это сделал Морти, потому что, ну нельзя так просто убить человека быстро и сразу его найти, это по-любому черный. Став на этот раунд предателем, я решил первым делом усыпить бдительность остальной команды, делая вид, будто выполняю задание наравне с ними. К сожалению, мой напарник немного прервал мою хитрую тактику, заставив бежать ремонтировать реактор, который, правда, успели починить и без меня. По пути же назад я заметил оранжевого, и, так как рядом никого больше не наблюдалось, решил его убрать. Ну не надо, ну не стукай! После акта предательства я решил по-быстрому спрятаться в вентиляции, немного там отсидевшись. Блять! Нахуй провалился, сука, в санузел! К счастью для нас, нынешняя команда только срала сигнала на друг друга, что в итоге привело к сливу голосования, после которого я снова решил немного покосить за мирного. Дайте вопрос, почему желтый? Почему желтый? А давайте ответ. Блядь, потому что желтый. Желтый вместе со мной чинил реактор. Потому что желтый. Мы с ним вдвоем чинили реактор. Я скипаю, вы как хотите, желтый, ну блин, я не знаю, кого тут подозревать на данный момент. Это потому что я цвет саки, да? А можно мне черный цвет купить у кого-нибудь? Я черный хочу. Я пидор. Ой, я бля, на Twitch никто не стримит. Поздно уже. Уже как бы все забанили. С какого-то хрена за мной глупо увязался мощный напарник, с которым мы довольно нерезультативно бегали и страдали херней, пока не смогли найти и убрать розового. Немного убедив друг друга, что мы вовсе не предатели, бля, я даже не знаю, что в наших пропитых мозгах за мысли тогда летали, можете в принципе написать свои предложения в комментариях. Ну, в общем, мы закончили на том, что закошмарили бедного желтого, на которого раньше гнали остальные. Мне просто харкнули. Так выглядит. Мне просто въебало харкнули сейчас. О май. И снова предатель, но теперь с еще меньшим шансом меня будут подозревать, так как роль импостера выпадает довольно редко. На этот раз я решил использовать старый дедовский способ, а именно применить технику белого лотоса и выжидающего дракона. Стоял, делая вид, да будто выполняю задание, а сам ждал свою жертву. Серьезно, да? Короче, это не дочара и не... Что случилось? Где убили? Кого убили? Я был с дочарой из... В электрик убежал. И где Лезин был? Лезин? Лезин! Лезин! Лесин? Лесин настраивает вебку, чтобы закрыть код. Не мешайте ему. Ничем Лезина. Да, кстати, хорошая идея. Да мы не знаем, зеленый это или нет. Успокойся, чувак, просто настраивает что-то. Я предлагаю на этот раз подождать, скипнуть, потому что мы ничего не знаем, но нас еще дофига как бы. И... А так мы поможем только ему. Решил после своего фрага немного подождать и найти жертву получше, я оказался рядом с навигацией, где обнаружил фиолетового. Наивно подумав, что раз сверху никого нету, то его можно идти и кушать, мне всю малину разом испортил синий, заставив отступить. К счастью, вскоре я обнаружил отставшего от основной группы фиолетового, который был моментально поделен на две части. К сожалению, на этот раз я прокололся. Парочка из синего и фиолетового оказались слишком внимательны и тут же начали гнать на меня во время голосования. Короче, гасим белого, это белый доктор там бегал, я его видел. Я за. Это он, почему он, нет? Он, почему нет? В смысле, почему я тут нет? Первый, я тут самый этот примирительный был, я наоборот. Короче, говорил, никого не убивать, вы чё? Амсерк заходил в рубку, и там потом остался вот скипарик. Ну, да, да, скипарик. Да, я в хранилище шел, алло. Короче, на бок его валим и за борт. Всё, белого валим. Давай, Зефани. Белого, да? Да. Не знаю. Нормально. Нет, я тут просто... Прикольно. А, вы убрали анимацию. Это просто прикольно. Молодцы, ребята! А хочу пригласить вас на собственные сервера по вселенной SCP и Minecraft. Так что если хотите попасть в видео или поддержать проект, то ссылка в описании. Также мы добавили новые сервера LightRP и кучу новых плагинов.